Всем привет, с вами Максимазы и Саша. Да. Саша, это подруга тут у меня в гостях. Ладно. 6 лет скоро будет. И мы, короче, снова играем в симулятор козла. Я в эту игру уже играл, это было довольно давно. В середине прошлого года где-то. И сегодня мы решили снова поиграть в эту игру. Потому что я узнал некоторые вещи. Давайте возьмем мутацию итальянский динозавр коза. Так, дальше играть. Мы сможем, короче говоря, хватать какие-то любые вещи и делать из них бомбы, которые будут взрываться. Вещи будут разрываться. Да. Только Тиана не слышно, наверное, будет. Поближе подойди немного. Саша эту игру, кстати говоря, еще не видела, поэтому сейчас мы вместе будем смотреть, что у нас здесь. Я только играла в игру «Играемся». Ну, просто эта игра уже у меня довольно давно. Знаете, почему я ее не снимала? Потому что у нас нету камеры и такого же предложения, как у Максима. Да, ну, в принципе... В общем, смотри, тут надо просто ходить и все ломать. Козел, который все бодает. Бум. Даже человека забодал. Сейчас мы его подставим вот к этому вот и бум. Ой. Ну и иди, если надо. Так, ладно. Сейчас оторвется. Так, короче, давайте что-нибудь попробуем взорвать. Для этого мы должны так какой-нибудь взять какой-нибудь предмет. Давайте лизнем. Господи, Сашу там отвлекают. Как меня, собственно, тоже отвлекают. Так, давай смотрим. Бабам! Вот видите, как все взрывается красиво. Я вообще не знал про то, что можно делать такие бомбы. Сегодня мы будем просто все. Мы тут просто все поломаем. Все просто единого повыломаем. Да, даже от некоторых вещей. Вот так вот. Даже козел отлетает. Козел тут сдохнуть не может. Да. Потому что это симулятор козла, игра называется. Да. Так. Ну, забор, убирайся отсюда. Так, мы, пожалуй, здесь... Нам забор не нужен. Пожалуй, мы взорвем теплицу. Оранжерея, да. Так, ставим бомбу и валим отсюда. И смотрим, как это все происходит. Бабам, стек. Летят осколки. Эй, ты че упал-то? Он просто от шока упал. Или, может, он да, он просто споткнулся, наверное. На, все, уйди. Иди отсюда. Накакал и... Я откинул. Так, давайте позанимаемся вандализмом. Сейчас мы что-нибудь тут взорвем. Вот. Давай кухню. Языками. О. Бам! Ой, что-то я случайно вышел за пределы экрана. А что это вы на воздухе зависли? Ну-ка, пошли отсюда нафиг. Всё. Я козел, чего хочу, то и врачу, блин. Конечно. Это ж козел бешеный. Бред, крась отсюда, шкаф проклятый. Который бешеный шкаф. Да уж, какой-то он... Бешеный. Сейчас все взорвем тут. И будет капец. Так смешно у тебя. Так. О, а вот взрыв к
книжных полок будет реально красивый. И прикольно. Причем мы это сделаем в замедленной съемке. Так, ставим бомбу, отходим на безопасное расстояние и замедляем. Так, давай взрывайся уже. Да уж, не то слово. Красота. Да уж, даже человек. На. На, иди отсюда, такой человек. Вот тоже. Ты, а ты здесь откуда нафиг? Иди отсюда нафиг. Как тебя, какой-то этот человек. Ну, поэтому я его... Так, здесь не... Так, о, еще полки с книгами. Сейчас мы их взорвем. Замедленные съемки. Да, сейчас мы это замедлим. Так, отходим на безопасное расстояние и замедляем. Чтобы было красивее. Сейчас будет взрыв. Пущ! А что-то стул с компьютером, ничего с ним не произошло. Так, стенд ломаем. Так. Мы тут все разворотим сейчас. И даже полицейский участок. Ну да, чтобы. Тут, по-моему, его нету. Все, выпрыгиваем из окна. До свидания, приходите к нам еще. Точнее, я к вам еще по-любому зайду. Так. Есть тут один секретик у нас. Ой. Черт, а. Сейчас не получилось. Нужно залезть вот на вот эту козлики. Вот. Вот эту вот фигнюшечку. Залазим. Здесь козлики. Да. Залазим вот на эту фигню. Это наш дом. Да я же король, меня тут любят все, меня тут все кланятся, меня тут почитают все, ой. Больше козлов, так, нажмите R. Отлично, о, я нажал на R, и с неба упали козлы. О, козлы падают. Правда, они неразговорчивые. Где отсюда? Кстати, послушайте, что можно... Ой. Блин, я забыл, как поговорить. Тут надо... Нет, не на F. Опять козел упал с неба. Короче, неважно. Так, ну давайте продолжать тут все разворотить. Надо... Я ой, блин. Что-то его хочу. Поле даже унесло нашего козла. О, вот сейчас мы точно угарнем с тобой. Сейчас мы взорвем заправку. Да уж, заправка это слишком плохо. Заправку сейчас вообще. Перезарвем. Для этого мы сейчас возьмем какой-нибудь предмет отсюда. Вот. Коробку. Стройку тут особо-то не взорвешь, а вот заправка красиво взорвется. Да. Для этого мы кидаем заправку. Бам! Сейчас было офигенно просто. Даже в магазине все повзрывалось. Прикиньте, да? Да. Давай. Красиво. Бум! Еще одна тачка. Даже сам козел упал. Сам козел. Симулятор козла. Так, что тут еще можно... О, вот это вот точно можно взорвать. Цистерну. Что-то она не особо красиво взорвалась. Да, господи, куда ты полетел? Можно еще вот такие вот падения делать. И... В смысле, блин? Почему вы здесь все закрыли? Нам двери нафиг, блин. Не помеха. Убирайтесь отсюда. Это что, бахнули? Вышибу двери. Я хочу, что я ворочу. О, да. Надо стоить по габурку. Нет, сейчас. Габурку забирать. Надо за... Да давай ты забирай. О, тут статуэточка есть. Я ее забыл, что она здесь. Ты чё? Ты чё? Ты чё, блин? Ты чё не залезаешь туда?
Ё-моё. Тут есть, кстати говоря, еще горка. Только как туда забраться, я вот не помню. Так, продолжаем. Чувак, ты что? Сдурел, что ли? Не суйся не в свое дело. Я козел, чего хочу, то и врачу. И действую в интересах державы. Вали отсюда, вы козел! Иди. Вали отсюда. В смысле, ты куда? Ну-ка. Пора бы тебе освежиться в озере, человек. Да. Ну да, точно. Ошибся. Где-то тут вход на горку. А вот же ступеньки. Чё это я там ходил? Йоу! Блин, мимо воды. Хотя стоп, это же бассейн, в котором нет воды. Что это за бред? Зачем я полез сюда? Знак стоп, надо. Мне плевать на водителя, я ж козел. Пусть не останавливаются и попадают в ДТП. Знак убирайся отсюда. Обалдеть, сколько тут людей. Сейчас мы тут бомбу поставим. Надо только осторожно это делать. А теперь. Может замедленно съемки сделать? Давай. Люди полетели в разные стороны. Ой, машина. Что ж такое, а? Мы тут играем. Баба, дальше козёл надеюсь. Козёл у нас, оказывается, не такой уж и самый-самый. О, сейчас развратим, сейчас мы тут развратимся. Не ж козел, мне наплевать на всех. Что мне делать? У нас же камешка у этих козлов. Сейчас, давай. Сейчас будет офигенно просто. Ну, взрывайся, давай. Баба! Плачешь? Мужики, блин, не плачут. Есть такая, конечно, вероятность. Давай взрывайся быстрее. Сейчас на втором. О, книги уже попадали. Нет. У нас видео. И дверь закрой. О, сейчас мы прям замедленные съемки книги повышибаем отсюда. А, диван проклятый мешается. Ой. Я дикий козел, чего хочу, то и врачу. Действую в интересах державы, понятно. И шастаю где хочу, шарюсь где хочу. Падаю что хочу, взрываю что хочу. Убиваю людей как хочу, и где хочу, и как хочу. Ну убивать людей жестко. Все, пора убираться сюда. Вышибаем. Эй, ты чё? Ты чё, блин? Стена, ты чё не вышибаешься? Да какая стена? У меня голова в стене застряла. О, сейчас взорвем. Обалденный взрыв. Чего? Что-то скучновато здесь. Давайте отправимся в город. Туннель ведет в город. Собственно. О, тут мы поразвлекаемся. Там и американские горки есть. А это что?
О, а это что-то? А, это вывеска такая. Сейчас мы вывеску сломаем. А, нет, нельзя вывеску, что ли? Как ты так устал-то? Убирайся отсюда. О, точно. Пойди я свяжись в озере, чух. Вот проклятие, я и сам в озеро упал. Ну хорошо, у нас такие моменты случаются на канале. Ничего, если упал в озеро, зато бежит. Убирайся отсюда, в жопу. Ой, что-то я переборщил, автомобиль аж упал. Нет, я думал, он в озеро упадет. Нет, не упал. Да что ж такое? Что это там такое происходит, интересно? За этим забором, блин. Да. Что? Зрители... Ой, в смысле, люди тут вечеринку устроили? Нет, нас так делать нельзя. Мы сейчас тут все нафиг разбомбим. Все тут разворотим. Убирайся отсюда. О, вот это вот Саше надо видеть. Сашу постоянно отвлекают. Думаю, Саша у меня не будет сильно часто в выпусках появляться. Может, в субботу будет. Круто вообще, блин. Давайте ломать все. Просто ломаем все. Ломаем нафиг. О, а вот эти бочки раскалываются на части. А нет, не раскалываются. Кстати, а вы знаете, что я обнаружил? Когда играл после того, как первый выпуск по симулятору козла я записывал. Оказывается, то, что... Да, закрой дверь. То, что, оказывается, зайдя в ту трубу, мы попадем в... Не представляете даже куда. Мы не представляете, кто здесь живет. Черепашки-ниндзя! Ой-ой-ой, они меня пинают. Сейчас мы всех черепашек-ниндзя отсюда уберем. Убирайтесь. Я бешеный козел! Я уличный козел! Ой, меня пинают. Я уличный козел, чего хочу, то я порошу. О, это бита. Это мусорный бак. Дубина. Ой, это бита, а не дубина. От нас даже воняет. От козла этого воняет. Ой, точно, походу. Но тут как-то, ну тут канализация. Канализация очень воняет. Откуда ты знаешь? Что? Как он? Куда он исчез-то вообще? Как он его засосало в стену? Наверное... Чё это за бред? Черепашка засосает его в стену. Тёма, походи! Это кто у нас такой? Что это с ним происходит? Его тоже засосало в стену, чё за бред? Бешеный черепашка! Куда они все исчезли? А, вот он один танцует. И его в стену, его втал, а вот он. И его туда засосало. Он, блин, засосало, блин. От нас, от тебя, походу, воняет козёл. Ну-ка, подождите, дайте посмотрим. Фу, козёл, как можно так вонять? Ну, конечно. На ним даже мухи летают. Это не я, Максимадзин, я был с 2 года назад, правда? 2 года назад? Так у тебя... Ты один раз в 2 года, что ли, моешься? Ну ты козлина. Что с тобой происходит нафиг? А что? Что со мной такое? После канализации со мной начинает происходить... Да вот хрень. Непонятно. Ой, все в порядке, наконец-то. Но потом это вернется, этот проклятый баг. Одна до сих пор. Да что ж такое? Господи, проклятие! Проклятие! Отпустите меня! Отпустите меня нафиг! После канализации почему-то такая вот фигня начинается. Ой, я споткнулся. Фу, козел, как можно так вонять? Это не я, Максимадзе. Я мылся 2 года назад, правда? Так ты чё, мылся, что ли? 2 года назад? Да. Пойди я свяжись в озере, козел. Да что ж такое? Я не ходил, ну что такое, блин, происходит? Жесть какая-то, нафиг.
Отпустите меня! Отпустите меня, я, кажется, застрял тут навеки. Даже язык разбежался. Давай, воскрестись. Итак, вернемся сюда обратно. Можно так понять? О, пляжаки. В смысле, я их не трогал? С этой игрой какая-то фигня происходить начинает. Ну, козёл, как же можно так вонять? Могу... Вот, ну от него опять мухи летают. Ну-ка, дайте-ка понюхать. Фу! Козёл, как можно так вонять? Какашка. Это не я, Максимади. Я мылся 2 года назад, правда. 2 года назад? Да. О, а вот это, кстати, мой любимый дорожный знак. Да что с ним? Я его тоже не трогал. С этой фигней какая-то непонятная фигня происходит. Козёл, ты что? Предлагаю... Ай, ты плюёшься меня. Да ё-моё, что с предметами происходит? Всё само происходит. Чё за бред? Чё с этой игрой случилось? А тут можно, интересно, кстати, напердеть. Да блин, что такое? Отпустите меня. Нет, я не успел войти в лифт. Ну, козёл, ты что, обгадался или обиделся? Обосрался. Вот как правильно. Почему-то, когда я подхожу к предметам, его начинает колбасить. Фу, мусор. Как же он противно воняет. Мусор. Пошёл отсюда, вам мусор! Да что ж такое? Что с козлом-то не так? Бешеный козёл. А с тобой что не так? Нифига себе, его отколбасило. Ой. Да что со мной происходит? Что за бред? Отпустите меня. Со мной какая-то фигня. А, куда? Меня выбросило куда-то просто никуда нафиг. О, это фейерверк. Интересно. Куда? Куда ты прилетел? Жесть, на крышу. Кошмар. Что за... А вы-то что здесь танцуете? Никакой. Как же так-то? Убирайся отсюда. Ты чё плачешь? Мужики не плачут. Эти пацаны. Ай, фу, я опять упал. Интересно, лифт вернулся в отель? Ой, только бы твои родители бы это не услышали. Это же жесть. Только бы родители бы твои это не услышали. О, лифт свободен. Заходим в лифт и поехали наверх. О, музыка играет. Не обращайте внимания на него. Он просто что-то за дискотека. Что? Дискотека? Давай её вырублять! Откуда их так много? Это же жесть. Это же дискотека. Жесть какая-то. Фу, я пукнул, кажется. Ой. От меня опять стало вонять. Фу, козёл, как можно так вонять, а? Что с людьми-то? Даже все упали. А, я загорелся, я горю. Покинуть гостиницу. Давай опять канализацию. Канализация меня там опять расколбасит сейчас. К тому же, неизвестно, что произошло, всех черепах засосало, блин, в стены. Ой. Ой, я врезался в стеклянную дверь магазина, я ее не заметил. Вспомнился я даже... Я бездомный козёл. О, сейчас мы ее... Так. Вспомнил... Там, где хочу, бодаю, где хочу. Вспомнил даже ролик из интернета, где преступник украл сумку у девушки и бежал и врезался в стеклянную дверь магазина. О, аттракционы сейчас... Ой, что это такое сейчас было? Ладно, о, парк аттракционов.
здесь-то можно набомбить. Это что такое? Это что сейчас было? О, батут можно разбомбить. Батут тут... Опа. Ни отдыха, ни веселья вам всем. Опять меня колбасит. Пойди, я свяжусь в озере. Молодец. Ну-ка, подождите, дайте-ка посмотреть. Он что, плачет? Он плачет, да, мужики не плачут. Фу. Мистер Смей, как можно так вонять? Чувак, как можно так вонять? Пойди, я свяжусь в озере, а? Мистер Сми, ладно, не важно. Фу, фу, как же они противно воняют все. Как же они воняют. О, американские горки. Пошли это... на Мерин. На американские. Пусть идет на американские горки наш козел бомбить. Ты куда это ты бежишь? Ты бежишь никуда. Степан Иванович. Да. Вы же какой-то ненормальный, блин. С вами что-то не так, нафиг. Степан Иванович. Никакого отдыха вам, блин. Убирайся отсюда. Пойди, пойди, свяжись в озеро, да. Все. А, это что такое? Что с тобой? Я тебя не трогаю. Что это такое? Убирайся отсюда. Фу, как же люди-то противно. Ну, это-то как противно воняет. Иди, искупайся в озере. А то никак аж не пахнет. Что-то с тобой не так, иди искупайся в озере, чтобы... Блин, на компьютере заканчивается свободное место. Скоро мы, наверное, заканчивать будем, потому что вон, видно, что на компе место заканчивается. Еще надо будет его освободить. Да. Опа, отскок от воды. Ну и напоследок давайте сделаем... Взрыв? Отправимся... На американские горки бомбить. Чё это с тобой, а? Чувак. Что-то воняет. Надо бы его освежить. Убирайся отсюда. А это... Что-то воняет. Прошу прощения, козел. Пришло время ежегодного мытья. Нет, мои чувства оскорбляет не запах немытого человека. Это вонь. Намного хуже. Чем я. О, козел. Как ты так делаешь? Это бешеный. Это какой-то. Что это с ним? Человек. Эй, ты чё? Это какой-то бог. Эй, гниющие караканицы! Что ты ел сегодня на обед, человек? Твое дыхание смердит, как устрица, вынесенная на берег. Может он... Может он подкушал какашек? Не волнуйся, козел, к запаху ты привыкнешь. Я не собираюсь к нему привыкать. Я сейчас... Немедленно убрался с моей территории. Мне все равно, насколько тебе здесь приятно. Немедленно иди и искупайся в море. Фу, я тут разворотил все. А вы что, вернулись сюда? Я вам не разрешил сюда возвращаться. Все, пошли нафиг отсюда. А ты что танцуешь? Иди отсюда. Все. А это что? Я. Всё. А это. Фу, тут все уже почти 10 минут. Еще не заканчивается, поэтому мы, наверное, сегодня закончим. Так. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока! Подожди. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на сообщество ВКонтакте. Я, конечно, не настаиваю на это все. Всем пока, с вами был Максим Адзе и Саша. Давай, всем пока. Всем пока, говори. Всем пока!